С 2018 года такая возможность появилась у семей, в которых после 1 января появился второй ребенок. Ежемесячная выплата в размере 10 201 рубль положена в том случае, если средний доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года. На Смоленщине он составил 11 178 рублей. Соответственно, доход неполной семьи из троих человек, мама и два ребенка, не должен превышать 50 тысяч рублей, а доход полной семьи из четырех человек, родителей и два ребенка, 67 тысяч рублей. Получать такое пособие семьи смогут максимум до достижения их детьми полуторагодовалого возраста. Ежемесячная выплата не будет назначаться, если родители предоставили недостоверные сведения о доходах или лишены родительских прав.